В эфире «Утро Карачаево-Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день октября с погоды. В Карачаево-Черкесии ночью местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 4 плюс 1, а в горах до 9 градусов мороза, а днем 10-15 выше нуля и местами до плюс 9. Ночью и утром на дорогах гололедица. В Черкесске без существенных осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 0 минус 2, а днем 13-15 градусов тепла. Русский театр драмы и комедии Республики Калмыкия приехал с гастролями в Черкесск. Актерская труппа представила два спектакля. Один по пьесе Леонида Филатова «Сказ про Федота Стрельца», другой по пьесе Николая Носова «Приключения Незнайки и его друзей». В волшебную страну вместе с героями сказки отправилась наша съемочная группа. Альбина Ламкова продолжит. Постановка по пьесе Николая Носова «Приключения Незнайки и его друзей» создана в юбилейный год писателя. 23 ноября ему исполняется 100 лет со дня рождения. Показ осуществляется в рамках федеральной программы «Большие гастроли». Она направлена на формирование единого культурного пространства России и представляет собой масштабные гастроли ведущих драматических и музыкальных театров страны. Обменные гастроли делаем, это впервые. Ваш театр русский был у нас. Очень тепло был встречен нашими зрителями. Мы подружились, можно так сказать, и надеюсь, что эта дружба будет продолжена и как бы будет развиваться и укрепляться. Незнайку играет Антон Савенко. По задумке режиссера Бориса Манжеева, он не глупый парень, просто неусидчивый, как дети. Хочет попробовать все и сразу. На протяжении спектакля пытался освоить то игру на музыкальных инструментах, то рисование, то заняться еще чем-нибудь другим. Мы с мамой недавно разговаривали, это была одна из любимых моих сказок в детстве. Она говорит, а помнишь, как я тебе на море читала там «Незнайку» тогда, где-то мы были в Ейске, говорит, а вот прошло там 20 лет, и ты играешь «Незнайку». Я говорю, да, здорово. Но это правда очень классная сказка в детстве, вот, любимая такая у меня. Удивительно правдоподобно передали чувства персонажей друзья «Незнайки». Игра молодых актеров держала внимание детей на протяжении всего спектакля. Коротышечная братья вместе с юными зрителями направилась в волшебную страну за приключениями, место вечного детства, праздника и ярких красок. Радость восприятия добавляла музыкальное сопровождение и общение со зрителями, где были важны и общие игры, и помощь персонажам. Сценическая версия состояла из коротких историй. Мероприятие прошло весело и в дружеской обстановке. Дети окунулись в мир приключений вместе с героями рассказов. И поэтому час в цветочном городке пролетел незаметно. Премьера оценена положительно. Дети – зритель самый строгий, но искренний. Интересные герои? Yes. А песни знакомые, которые они вам пели? Да, знакомые немножечко. Понравился Гуська. Учит всему там. Мне понравился Знайка. Он мог всех убеждать своей трубой. Незнайка мне понравился. Он немножечко ревнивый. Он хотел научиться всему. Но ему больше нравилось отдыхать, играть, развлекаться, шутить над всеми. Альбина Ламкова, Виктория Карпенко, «Вести», Карачаево-Черкесия. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на абазинском языке. Затем также программы «Абазинская редакция». В 14:30 «Вести» Карачаево-Черкесия с Муратом Джанкезовым. Всем удачного дня и встретимся завтра.